Всему виной подорожание стройматериалов. Правительство России одобрило повышение платы за капитальный ремонт. Она может измениться в уже заключенных контрактах до января 2022. Согласно постановлению, которое подписал Михаил Мишустин, вырасти сумма может до 25%. Однако стоимость не должна превышать общий объем средств, который региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта. Мера, по мнению властей, должна спасти подрядчиков от работы в убыток и рисков банкротства.